заходит, да, вот на газ. Аккуратненько там, ну, да, ну, возьми бабушку. Ну, пиво, кур и пацан. Пиво, кур и Ассаламу алейкум, хормилер. Сирень, там мы что там? Нет, а укропчика нету? Не было укропа? Есть, да? Знаете, я люблю так мешать. С новым счастьем! Всем желаю любви, радости, здоровья, исполнения всех желаний. А вас, Бормы-сан? А вас? Можно с вами чокнуться. С Новым годом. Пару слов скажите. Пару слов. Что-нибудь хорошее. Всех с наступающим. Счастья, здоровья, побольше денег. Будьте счастливы. Исполнение желаний, сбычи всех мечтов. Спасибо большое. Можно с вами чокнуться. Я хочу с вами чокнуться, пожалуйста, по очереди. Вот. Пару слов скажите, пожалуйста. С наступающим всех. Так. А вы что-нибудь скажите? Возбичая мати, бреки сузни ати, ширин сузлами. Самахамаке, янгир, лах, 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 лах. Бумаза келин салом нати. Что садись?
Индомастан. Можно с вами чокнуться? Пару слов скажите, пожалуйста. С Новым годом! Это главный человек у нас, Хадича Низамовна. Скажите пару слов. Цели, которые вы прописали. Спасибо большое. Спасибо. Так. Это томатным соком у нас чокается зауч. Это очень строгий человек. Пару слов скажите. Алиба опаздывает. Алиба, мы вас ждем, а вы там ходите. Поздравляю всех с Новым годом, с наступающим. Всем счастья. Главное – здоровье. Хорошо. С Новым годом. С Новым годом. Добро пожаловать в клуб миллионеров. С Новым годом. С Новым годом. Я желаю всем. Да, вот, все вот, в этом году стали миллионерами. Спасибо. С Новым годом всем. С Новым годом. Крепкого здоровья всем, семейного благополучия, удачи, счастья. Всего самого приятного. Спасибо большое. Можно с вами чокнуться? Можно я начну? А да, вы начинайте. Так, здравствуйте. Всех еще раз поздравляю с Новым годом. Чтобы исполнились все ваши желания, все мечты, которые вы вчера записали. Мы команда миллионеров. Это наш первый такой красивый праздничный банкет. После вчерашнего вечера, после вчерашнего нашего клуба, я была в чудесном, красивом зале, банкетном зале. Там одна компания справляла Новый год. Владелец этой компании подарил три машины сотрудникам. Троим сотрудникам. Вот, кто-то отправил, да. Точно такая же машина была. И все их поздравляли. И нас он тоже поздравил. Главное, знаете, я вошла в топ-десятку, топ-тридцатку, я не знаю, ну в топ тех бизнесменов, Аллах кишкур, да, топ бизнесменов, которых бизнесмены приглашают. Там был этот, как его зовут, Ибрагим Гулямов, сейчас самый такой знаменитый, там был Умид Ишмухамедов, да, там был Хасан Хусан М-факторы. В общем, там была вся элита и все деловые бизнесмены из нашего окружения. Многих не вызвали, многих не позвали, но я была там желанным гостем. Почему? Почему? Потому что у нас есть школа, и мы призваны. Главное, знаете, что мы... Я всегда Мухаммад говорила, вот знаешь, говорю, надо какой-то вот порог вот так переступить, а потом все пойдет. Вот что-то надо переступить, когда вот... В горах ты идешь, второе дыхание, да, открывается? Вот это второе дыхание у нас открылось. И я вас всех поздравляю. Но, знаете, одно есть большое но. Большое такое но. Мы должны быть в команде, быть дружными. Поставить свои стратегические цели и двигаться тактическими путями вот именно к этой цели. Наша цель – стать всем... Долларовыми миллионерами. И мы посеяли семечко. Вчера мы посеяли семечко. Сейчас мы поливаем. Когда ты много раз повторяешь что свои желания, то оно обязательно сбывается. Я вас поздравляю всех в наступившем годом, мои долларовые миллионеры. И желаю всем, чтобы у всех исполнились все заветные мечты и пожелания, все цели потихонечку, стратегическими путями были, мы достигали. И чтобы у вас всех, у всех было хорошо. Иншаллах. Ура! Спасибо. Ура! Пару слов скажите нам. Вы на видео снимаете? Да. Два слова только. Много лет. Желаю, чтобы все, да, как Шарикова. Ну, а если серьезно, желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, соответственно, чтобы все мечты сбылись, с
светлого, доброго, нового 2022. Спасибо. Всем большого счастья. Спасибо. Олеля. И кису, кисузна айтин. Хамамыз бахли болили. Хамамызга саламатли. Оларымыз котта болып, бағрымызге кірсін. Уланы күлгісіні көрейлік. Невараларымызды, тойларыны көрейлік. Хамамызга омад. Киваткан ел. Убайдырлаге. Бақ саудат бесін. Рахмат. Сізге ұзы омыр. Рахмат. Рахмат. Кейін, кейін, кейін хамасын айтып беремін. Всем всего наилучшего, гигантенько. Пайгамбар елге тұрып жатқан болсаңыз, там бетіне маусы. Тура. Оны ночу мана. Учамыз. Я тоже знаю. Это важный человек. Вот самого продуктивного,
нашим семьям желаю большого счастья, исполнения желаний. Все, что он делается, я думаю, все-таки к лучшему. Потому что есть и плюсы, какие-то мы делаем из минусов, да, так сказать. Вот. Крепкого здоровья, потому что без здоровья сейчас никуда. Чтобы вас окружали любящие вас люди, чтобы вот не только добро всегда сопровождало вас, вашей семьи. Чтобы надежды сбывались, от души желаю проводить старый Новый год со своей семьей, чтобы хорошо прошел эти последние дни, и, соответственно, Новый год, чтобы принес вам только радости и ну, если год, пусть будет добрый, да. Пусть будет радость в том, во всем. Все, что у вас окружает, и в денежном, и в материальном, там, и в духовном. Желаю большого счастья всем. Вот знаете, я поняла одно. Вчера они богатые. Они такой шикарный праздник справились. Подарили всем подарки. Этим троим подарили по машине. И было такое кайфовое настроение. Вы знаете, я зарядилась. Поэтому ждите телефон. В новом году вообще день. Бегайте быстро. И никогда не ешьте кушать. И помните всегда, ярость глупа. А любовь мудра. Видишь, классная физика. Ярость глупа. А любовь мудра. Желаю, чтобы все вокруг вас, люди, относились к вам мудро, любовью и радостью. И, конечно же, квантовые, положительные квантовые запутности. Вот, будете? Положительные ауры, чтобы люди, окружающие вас, как-то смотрели на вас, и глаза загорели. И, да. И второе, ну, это чисто совет, можете просто не слушать, если не хотите. Если, ну, делать что-то медленно, это самый быстрый способ достичь желания. И последний. Вершина одной горы – это подножие другой. Поэтому никогда не прекращайте выбираться. Всем удачи! Новый год! Действительно, полон сюрпризов, но не таких, как каким был полон прошлый год и до этого, чтобы эти сюрпризы были только приятными для всех нас, для наших семей и для нашей школы обязательно. Несмотря на то, что этот год был тяжелым, как предыдущий тоже, может, наоборот, это тоже служило тем, чтобы мы все сплотились, чтобы мы поняли, что какие ценности в жизни действительно важные, что иной раз мы ставим себе очень даже пустые цели и задачи, и что есть вещи намного важнее. Вот. И поэтому раз каждый из нас за эти два года, не один, а два, я считаю, для себя что-то понял, чтобы вот теперь шли вот в этом направлении, воплощали, и чтобы все были здоровы, и семьи всех были полными, чтобы все было всех отлично. Поздравляю. Bundan da yana da yüksek numaralar erişimizde sababçı bozul. Yeni yılda yeni maksatlar bilen, yeni gayeler bilen, yeni bir şart madide kuş bilen hareket edildik. Kelesi yirge ce madide oylayan yaklarımızın mesela kuş yılden kiyinle koyken planlarımızın bana şu bir yıl içinde amelge aşırı edildik. Ama değil. Тиз. Я Мукемагу. Тиз.
Яна, нема дейсі мүмкін ки, Аллахның рахмати яғылген мән шүндей бір ұлық көші, мәселен, бізі бірің кешіліп, нема күйден пайтымызға көрі, 10 чәндамары үксәлдік, Аллахқа шүкір. Яна бұл елге бұнданам, яна кенге ямыз. Яңгі флиеварым сортысы, бұнданам, яна да кәттірақ қалғыларға ерішамыз, ұчамыз құдан қалысы. Ана тухала бухямал етамадым. Энди вақтни олмасдан айтаман. Мен ўзим худо истиган, яъни рассомчиликка ихтисослашган ўз мактабимни очиш орзуимди. Масалан, ўша Хадиджа бани нечи йиллар мобайнида кризисга учраган пайтида ҳам, яхши нимага ровожланган пайтида ҳам, бу аёлга нима деди, там берган, ва жойим шундайки, хабас қиладиган жойим, шунчалик бир қаттият билан, маҳаммат билан Хама нәрседән чи өзенең иродасы белән басып калды, ди. Көпчелек кеме кыланмайды. Бу нима диде? Я пахта койышы башка мәс. Без булабыз ди, шикәрстан, ошанчылар. Мен диң авала идеалдагы инсан булган, заны директорыбыз, кадикен замыга, тәптекан, рәхмәт әйтәмен, умрлары сау булсын. Barcha barchangiz baxtli, saodatli. Kelasi yillarga yanada yangi ishlar va yangi maqsadlar bilan ko'rishaylik mashinalar bilan. Voyalar bilan. Rahmat. 2022 годом. Мы хотим вам пожелать всего самого наилучшего. Но это так банально, все всегда одно и то же. Пусть все всегда у вас будет хорошо. И я хочу вам пожелать, чтобы рядом с вами в достижении вашей цели появилось надежное плечо, которое будет вам помогать, которое будете толкать не вы, а оно будет вас поддерживать, чтобы вы знали, что у вас есть опора и поддержка в виде надежного мужчины. Я очень этого хочу. Я только хотела отправить. Мы само собой, но я хочу пожелать, чтобы появился такой надежный человек, который будет всей душой вас поддерживать, всеми своими силами, финансами и вот всем, чем только можно. Мы, конечно, будем. Мы всегда будем рядом, но это все равно не то. Чтобы вы достигли своих поставленных целей, обязательно все сбудется. Вы так стремительно к этому движетесь. Я уверена, что все у вас получится. Да. Преодолевайте этот путь с легкостью. Не обращайте внимания на те препятствия, которые возникают на пути к этой вашей цели. Самое главное, вы ее видите, вы к ней мчитесь. Попутного ветра вам, чтобы все у вас получилось. А мы хотим вам подарить... Парашют будет весной. Он решил, как сам будет сложиться. В октябре вы не полетели, видимо, была не судьба. Полетите весной. А это тоже из вашего любимого увлечения для похода, для того, чтобы вы легко преодолевали расстояние, мы решили вам подарить... Нет. Да! Палочки! Это палочки! И в левую, и в правую руку, потому что после последнего похода мы выяснили, что с одной палочкой неудобно ходить, надо две. Поэтому мы решили вам подарить палочки. Да, у вас будут индивидуальные. А это, чтобы от вас всегда вкусно пахло, чтобы вы очаровывали всех окружающих. Манили их своим приятным ароматом. Притягивали плечо. И это для того, чтобы все эти моменты были вкусными, сладкими, приятными. Потому что одна вам, а одна вашему плечу, вы их съедите вместе. Значит, сначала его, а потом вашу. Вот такая вот открыточка вам, этот на двоих. Видите, два бокальчика. Так что все пусть воплощается в жизнь. Да. Мы этого очень хотим. Значит, надо быстро реализовывать. Да, да. Нет, это надо, чтобы было вот прям в 2021 году в конце, чтобы это уже появилось, и в 22-й вы вошли в ней. Да. Чтобы вам что заказали. Годом! Ура! Точно никуда не уедет.
Overdolayı. Orada. Kim toptu? Спасибо, подписывайтесь.